Решение Запорожского областного совета о свободном использовании русского языка на территории региона остается в силе. На судебном заседании по иску «Просвиты» побывали наши корреспонденты. В суде снова решался языковой вопрос по иску представителей запорожской организации «Просвита» в отношении решения депутатов облсовета. На этот раз просвитовцы оспаривали решение о присвоении русскому языку статуса регионального. После протеста прокуратуры депутаты облсовета изменили формулировку своего решения о статусе языка. Они сослались на решение Верховной Рады, которая назвала региональными 13 языков в Украине. В итоге русскому языку депутаты облсовета статус не придавали, а выбрали как язык, распространенный на территории области, и приняли программу по его развитию. Поэтому сама постановка вопроса, что областная рада обязать областную раду отменить региональный статус русского языка, она сама по себе незаконна и некорректна. Из-за переформулировки «Просвита» подала уточненные исковые требования в суд, которые в корне изменили предмет и повод требований. Тому у прийнятті уточнених позовних вимог устною ухвалою суд відмовляє. Члены Запорожской общественной организации «Просвита» остались при своем мнении и продолжали защищать украинский язык, выступая против решения облсовета. В Украине діє єдина українська державна мова. У всіх сферах існування, і тому всі чиновники, незалежно від рівня, від села до Києва, до центра, повинні володіти державною мовою. Сторона ответчика в лице депутатов облсовета Олеся Запорожца и Владимира Пашкова отстаивала законы своего решения. После внесенных корректировок все обвинения бессмысленны, считают депутаты. Если уважаемый суд вот, обратит внимание на сам текст иска, на текст основания иска, то оспариваются как раз те положения, которые уже отменены. После дебатов суд принял решение в пользу облсовета, отказав «Просвите» в их требованиях. Теперь в июне облсовет планирует рассмотреть вопрос о реализации права выбора языка обучения в школах и вузах региона.